Когда вы видите постройки вроде этой, то скорее всего думаете, что их создают в творческом режиме или вообще при помощи сторонних программ. Но что, если я скажу вам, что эта огромная и невероятная база была полностью построена в режиме выживания? Все эти миллионы блоков размещались вручную на самом старом анархосервере Майнкрафта. На ваших экранах сейчас мегабаза Мью, один из лучших секретов, спрятанных на 2B2T. Ну, по крайней мере, так было до того момента, пока ее не загриферили несколько месяцев назад. История этой базы по-настоящему невероятна. Для ее создания группа из 36 человек была вынуждена жить скрытно почти 3 года. И в итоге единственная причина, по которой базу вообще нашли – эксплойт. Тот объем строительства и терраформирования, который был вложен в создание этого места, просто невозможно вообразить. Хотя логично, что на сервере, где возможности Майнкрафта используются на полную, строительство базы в режиме выживания также происходит на грани возможного. Сегодня я расскажу вам историю о мегабазе Мью, как она была создана и что сделали ее создатели напоследок, перед тем, как ее загриферили. Нам нужно многое обсудить сегодня. Но сначала... Сервер Анархии Soul. Этому серверу чуть меньше года, но он уже успел многим запомниться. Если ты любитель острых ощущений, если ты готов принять вызов и попытаться выбраться со спауна, создавать свою собственную базу, находить стэши, грабить, участвовать в клановых разборках, получать поддержку и пережить предательство, то присоединяйся. Настоящая анархия и полная свобода ждет тебя. IP на экране и в описании. А теперь давайте начнем. Вся информация, которая использована в этом видео, стала известна благодаря легендарному игроку 2B2T Бёрнзи. Вы можете помнить его как лидера группы Магистрали Незера, которые прорыли первый туннель в Нижнем мире до самой границы 2B2T. Наша история начинается в 2017 году. Одна из самых больших баз на то время, Summer Melon, была загриферена. Это событие оставило многих строителей без крыши над головой. В это же время бывшая группа Магистрали Незера закончила свои туннели на край света, в том числе в угол X+. Так что на сервере были сразу две группы строителей, которым было нечем заняться. Два давних игрока, Уилли Руф и Офтопия, убедили обе эти группы поработать над новым проектом, который был одним из самых амбициозных в истории 2B2T. Гигантская постройка, основанная на потерянном континенте, Мью, из мифологии реального мира. Было понятно, что такого размера проект потребует невероятное количество строительных материалов. И так уж совпало, что один из участников проекта обнаружил эксплойт для дюпа предметов, который не был публично известным. Чанг Дюп. И поскольку о нем знала только команда строителей, они могли дюпать любые желаемые блоки, не боясь, что администратор сервера Хаусмастер пропатчит его. Когда игроки прошли миллионы блоков и хотели было уже начать работу, появилась первая проблема. Произошла случайная утечка координат. Так что место постройки Мью пришлось переносить еще на несколько миллионов блоков. К счастью, новое место было безопасным, и строительство началось. Чтобы сохранить Чангдюб в тайне, лишь избранные участники проекта знали о его существовании. Строители использовали специальные электронные таблицы для запроса материалов, а затем нужные им материалы загадочным образом появлялись в шалкерах. Все распределение ресурсов происходило на одной парящей в воздухе платформе над огромным биомом джунглей, в котором и планировалось начать строительство. Самый великий инженер сервера, The Bison Sound, тот самый человек, который ответственен за Южный канал, обсидиановую стену и великую траншею спауна, был также привлечен к проекту вместе со своими товарищами. Получается, что три отдельные группы игроков объединились ради того, чтобы построить эту базу сообща, и вскоре они принялись за дело. Черновой вариант плана строительства был создан. Согласно нему, в центре должна находиться огромная созданная вручную гора. Она будет окружена долиной, а по краям будут высокие скалы. Для этого нужно было разрушить просто безумное количество блоков, поэтому большую часть территории было решено уничтожать при помощи бомбардировщиков с динамитом. Заставить все эти механизмы работать было непростой задачей, по большей части из-за лагов, и не стоило забывать о расстоянии до спауна, что также вызывало некоторые трудности. Но в конце концов рабочий метод был найден, и можно было приступать к бомбардировке.
Планировалось не только расчистить джунгли, но и разрушить все блоки вплоть до коренной породы, что с первого раза не получилось, из-за чего пришлось создавать вторую партию бомбардировщиков. Проблема была также в том, что из-за маленькой дистанции прорисовки на 2B2T за один раз удавалось взорвать лишь небольшую часть территории. Это обернулось сущим кошмаром, но через неделю беспрерывной работы бомбардировки были окончены. Создание огромной дыры среди джунглей почти до самого бедрока завершилось. Но это была еще легкая часть. Ведь все это было лишь подготовкой, а теперь пришло время для настоящего строительства. Тоши, который был главным строителем базы Summer Melon, придумал дизайн для центральной части Мью. Огромная гора, созданная руками человека. Для ее возведения надо было сначала перекрыть получившуюся дыру ровной поверхностью. Одна за другой над пропастью растягивались полосы из травы. И только после этого, наконец, можно было приступать к возведению горы. Поскольку все пространство под долиной и горой было полым, получилось так, что строители случайно создали самую большую искусственную систему пещер в истории сервера. Дошло даже до того, что пришлось разбираться с появившимися там мобами. И несмотря на то, что несколько игроков работали сообща, ушло больше 2 месяцев на постройку. Благодаря совместным усилиям, центральная часть базы наконец была завершена. Теперь у строителей было много свободного пространства вокруг, которое они могли использовать для создания всего, что они хотели. С этого момента база действительно начала обретать свою форму. Покемон Мью стал неофициальным символом проекта, поскольку хоть его имя и пишется по-другому, но звучит так же. Строитель Драт вручную создал большой биом болота с гигантским грибом, под которым находилась деревня, а также тематическую зону Древней Греции. Пространство вокруг горы было поделено между игроками. Скрибл Фокс был ответственным за секцию с плато и за несколько деревень поблизости. К этому моменту уже легко было забыть, что ты все еще находишься на 2B2T. Эрон Альвин создал невероятного размера постройку, названную храмом Арбузной Богини. И этот храм был более впечатляющим, чем большинство баз на сервере. Все шло довольно гладко, но в октябре 2018-го, почти через целый год после начала строительства базы Мью, способ дюпа предметов, которые строители держали в тайне, был раскрыт. Это означало, что Хаусмастер, скорее всего, очень скоро его пропатчат. Но Тхивс, узнав наконец о существовании дюпа, смог разработать конструкцию, при помощи которой дюпать можно было гораздо быстрее. До 37 шалкеров в секунду. И к тому моменту, когда дюп пропатчили, на базе Мью было создано уже более 200 миллионов предметов. Стэши с этими предметами были настолько огромными, что весь сервер начинал лагать, когда они подгружались. Из-за этого Хаосмастер лично отправился на базу, чтобы удалить эти стэши. Участники проекта были польщены появлением Хаоса, даже несмотря на то, что он должен был удалить их стройматериалы, и сочли его почетным членом своей базы. Начался 2019 год. По большей части он был спокойным для Мью. Через несколько месяцев некоторым игрокам стало скучно, и они уже не занимались проектом так много. Но в целом база продолжала развиваться. В 2020 году было принято решение о допуске на базу новых строителей, что оживило интерес со стороны скучающих. Появилось множество идей насчет Мью, но, к сожалению, им не суждено было сбыться. Самый крупный за всю историю Майнкрафта взлом аккаунтов начал использоваться на 2B2T. Эксплойт позволял войти на любой аккаунт, и этим воспользовался Джаред. Джаред — это известный грифер 2B2T. Он сумел зайти на аккаунты строителей Мью и узнал координаты базы. Разумеется, он решил ее загриферить. Но поскольку база Мью находилась в миллионах блоков от спауна, ему нужно было еще 1-2 недели, чтобы просто добраться туда. Члены базы знали, что они уже обречены. И они решили объединиться вместе для последней своей работы. Проект Ноа. Строители начали заливать всю базу водой, что сильно усложняло гриферство. В это же время другие участники начали выносить все ценные предметы, перенося их в безопасное место. Эта дополнительная неделя подготовки имела огромное значение. Когда Джаред прибыл, большая часть Мью была уже затоплена. Такой вот конец для, возможно, одной из самых амбициозных баз в истории сервера. Разрушить всю базу блок за блоком было нереально, так что возможный ущерб был значительно уменьшен.
Координаты были опубликованы, Бёрнзи сделал свой пост о базе, и вскоре многие игроки отправились туда, чтобы лично увидеть этот огромный секрет 2B2T. Один из этих игроков, Ханба, оказался достаточно умен, чтобы использовать загрузку мира и скопировать затопленную базу, пока урон еще был незначительным. Затем другой игрок, Universes, отправился в одиночную игру со скачанной картой и самостоятельно восстановил большую часть базы. Он убрал воду и сделал все как на изображениях, которые постил Бёрнзи. Получившаяся карта практически идентична оригиналу. Было восстановлено где-то 90% построек. Даже несмотря на то, что она так и не была завершена, мегабаза Мью, возможно, самая великая постройка в истории 2B2T. Увидим ли мы еще что-то, что сможет ее превзойти? Думаю, когда-нибудь мы это узнаем.